В нашем районе внимание уделяется как городу, так и сельским населенным пунктам, станицам и хуторам. Встреча с селянами – прекрасная возможность для местной власти держать руку на пульсе жизни глубинки, для того, чтобы в случае необходимости оказать содействие. Хутор Прикубанский, который расположен недалеко от районного центра в благодатном месте, благоустроен и газифицирован. Он производит самое благоприятное впечатление. Глава Славянского района прежде всего посетил социальные объекты, чтобы своими глазами увидеть точки приложения сил. В офисе врача общей практики созданы все условия для хорошей работы. Здесь работает опытный квалифицированный врач, который оказывает качественные медицинские услуги. Правда, служебный автомобиль для посещения больных оставляет желать лучшего. Этот вопрос взят на заметку для решения. Школа Прикубанского содержится в порядке. Есть оборудованные кабинеты, хороший спортивный зал, столовая для питания учащихся. Для хуторских малышей гостеприимно распахнул двери детский сад. Он, как говорится, тоже на уровне. Вот разве что площадки для игры во дворе садика не отвечают современным требованиям. Роман Синеговский пообещал, что будет оказана помощь. Также будет разрешен вопрос с подъездом к детскому саду и парковкой автомобилей. Затем глава района со своими заместителями и специалистами администрации прошел к детской площадке Прикубанского, где его ожидали хуторяне. Что беспокоит? Как новый глава? Замечательный. Хозяин? Хозяйнует? Конечно. Хозяин. Как в целом работа амбулатории, дома культуры? Школа, детские сады, вот социальная вся сфера. Все устраивает, все нормально, или на что-то надо обратить внимание? Жители поблагодарили руководство района за внимание к жизни хутора. Уровень объектов социальной сферы, дороги, освещение – все плюсы очевидны. И вместе с тем есть, конечно, еще и проблемы, нуждающиеся в решении. Обеспокоены жители хутора трудностями при посещении врачей нескольких специальностей в районном центре. Они сразу же получили консультацию по этому вопросу. Прикубанцы озвучили и другие проблемы. Так не всех устраивает напор воды, нередко в час пик перегружены маршрутки. У проживающих на территории садоводческого товарищества «Нефтяник» есть беспокойство по снабжению водой, дороге и отвозу мусора. Проблемы понятны. Глава района заверил, что будут приняты меры. Встреча руководства района с жителями, конечно, помогает в работе. Не каждый день человек находит время прийти на прием ко мне. А, конечно же, когда приходит глава района, много вопросов возникает тех, о которых ты даже не подозревал, что они существуют. Вот сегодня мы это слышали. Ну, спасибо Роману Ивановичу, он помогает нам решать вопросы. И финансово помогает, и специалистов необходимых, и архитектуру подключает. Много вопросов и земельные, вы слышали, и воду надо, что только не надо. Ну, в целом все нормально. Вот так общими усилиями и обеспечивается благополучие проживающих здесь людей. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».